7 декабря, 9 часов утра, я тронулся в путь. Сначала я заеду в город Манавгат на базар, там кое-что прикупить, потому что вечером, если буду возвращаться, уже может поздно будет все, товара нужного может уже не будет. Сейчас на базаре, может быть, потеряю какое-то время там, кое-какие продукты искать. Проканулся я в этой улице, потому что здесь заблокированы просто улицы и базар уличный, так говорится. Сумки, сейчас посмотрим. Мне бы приглядеть какую-нибудь сумочку с крепкими ремнями, потому что моя сумка для путешествия, она уже вся рвется. Если что-нибудь будет до 10 евро, я бы взял бы. Короче, пойдем сейчас в какую-то сторону. А так, шмотки мне не нужны, только съедобные. Майки. 4 штуки за 10 евро. Всяких брендов. Материал довольно тонкий. Прикупил уже маечки за 2 евро моим девчатам. Пацанам ничего не взял, потому что я размер не знаю. Здесь кофточки висят. Вот такая вот, как швейцарский, вот значок за 20 евро. А в другом магазине нам предлагали за 60 евро. И все на немецком разговаривают. Везде. На русский надо попробовать. Так они по-русски торгуются или нет? Уже 10 часов, можно сказать. Как долго здесь, мне надо торопиться. Там под крышей, там вон продукты, я так думаю. Из-за чего вообще я приехал сюда купить себе продукты. А вот это вот сейчас просто пройдусь. Если бы я был бы чисто такой вот человек, который по брендам тащится, я бы здесь, конечно, закупился бы. Но мне плевать на бренды. Мне главное, чтобы, если какой-то вещь нужна, то качественная. В общем, вещи я покупаю в Германии. В Канаде иногда бывает в путешествии. У меня сейчас есть вещи, я лишние не покупаю. Вот сначала должны износиться мои вещи сейчас, потом буду покупать. Или это... Потом в секонд-хенде я тоже покупаю. Не всегда бэушные, там бывают тоже новые вещи. Как здесь пахнет. Лук, травы, приправы. Ах, хорошо, вкусно пахнет. Зеленью. В первую очередь я ищу кароб. Кароб — это рожковое дерево, фрукт. Сейчас пройдусь, я людей спрашиваю, вот это вот тоже можно купить? Сколько 50 стоит штука или сколько там? Сейчас пройдусь, потому что я говорю им кароб, это английское слово. Но многие не понимают, что такое. Вот. Поэтому спрашивать не буду сейчас. Пройдусь, если увижу, если нет, буду спрашивать. Виноград. Ой-ой-ой-ой. Ягодки и орешки. Это вот моя, как говорится, слабость. Гранат по 10. Сушеные травы. А я нашел уже короб. Тут вот в мешке женщина продает. Сейчас узнаем цену, сколько здесь стоит килограмм. То, что мне надо. Купил я себе короб по-английски, по-русски рожковое дерево. По-немецки Йоханнесбротбаум. Кичу, как он сказал, только что я забыл. Кичу, я забыл уже. 3 евро килограмм. На заправке, там, куда нас автобус завозил, там предлагали нам за 20 евро килограмм. Потом я нашел одного человека, у него был магазин. Там он мне сказал 7 евро килограмм. Здесь вот это вот, эти как помидоры сладкие за 40. Я забыл, по-немецки каки. Финики, не знаю, сколько стоят такие финики. Вот эти вот дорогие, я знаю, они большие. У меня... А, вот это вот можно спросить, сколько стоит. Тоже люблю иногда кушать. Как ее называют, эта вот штука. Вот здесь сладости всякие расписаны. Килограмм 10 евро. А здесь килограмм 5 евро. Или вот упаковочка. Это сколько упаковочка? 5 евро. Вот такая 4 вот. 4 евро. 25 лир, это меньше евро, килограмм. Осталось еще гранат прикупить, и если повезет, то финики. Сейчас торговался там с финиками. Премиальное качество, ну, большие такие вот. Начинают с 15 за килограмм. Я говорю, за десятку взял бы. Они говорят, ну, 12. Гранат взял. Килограмм стоит 1 евро. Даже если не точно... Я чувствую, что две штуки взял, а они не весят килограмм. Она там что-то по-турецки сказала.
Ну, неважно, это по 50 копеек гранат, это все равно лучше, чем в Германии мы это кислятину покупаем там, а дешевле все равно. Купил финики премиальные за 10. Тоже просил 12 сначала, дешевле, чем у тех. Вот еще прикупил эти сладости, 4 евро, здесь 450 грамм. И чурчеллу килограмм я набрал за 6 евро. Я даже не торговался, потому что для меня это уже хорошие цены. У нас в Германии там одна штучка стоит уже около 2 евро. Так, выехал сразу на эту главную, уже 11 часов. 2 часа я на базаре был, надо было раньше. Хотя я приехал, многие только начали это ставить свой товар на прилавке. Поэтому раньше не стоило приезжать даже. Сейчас вот по этой трассе все время я до водопада доезжаю. Здесь прямо вот такой вот как между дорогами находится водопад или что такое здесь, ну, каскады. Там какой-то лифт поднимается наверх, на горку. Я смотрел, там находится этот парк. Так, мне все время прямо. Неудобно переключаться, блин. Автомат был бы легче, я мог бы снимать все время. А так надо переключаться. Не совсем удобно. Хочу немножко показать вам город. А то все время ездю, не показываю. Здесь 6 скоростей у машины. Но они, коробка такая маленькая прямо. Я вот включаю 6-ю, еду 80, у меня уже больше 2000 оборотов. А если сравнить с моими американцами, которые я катался на американских, там 1,5 оборота, если я 90 еду. Огромные коробки. Здесь надо аккуратно, потому что некоторые вылетают, подрезают тебя, поворотки не используют. Здесь очень надо следить, поэтому стараюсь сильно не отвлекаться от движения. Приехал на водопад. Здесь 20 лир на входе платишь на кассе. Это копейки, можно сказать. Даже евро нету. Поэтому сейчас пройдемся на водопад, посмотрим. Я немножко перекусил фруктами. Такая вот закупочная зона здесь, ну, ресторанчики. Все, что продают эти торгаши здесь. Ого! После дождей вода поднялась, она прям заходит сюда, на террасу. Поэтому туда никто не идет. Вон она прям поворот захватывает. Вода горная, чистая, видно. Но это не водопад, это просто ступенька. Я-то думал водопад. Для кого-то, конечно, водопад. Нижнюю террасу затопило. Здесь можно теперь серфить. Привязывать веревку и здесь серфить. Сейчас дальше. 10 километров на север. Покидаем населенные пункты. Турки любят лихачить. Я еду вроде по правилам, 50 в населенном пункте. Они меня 60-70 обгоняют. Ну пускай обгоняют, если они торопятся. Плантации начались. Где-то вверху сейчас дамба будет, где-то там. Навигатор меня ведет. Потому что без навигатора можно рискнуть и поехать. Но можно заблудиться, потому что много, я посмотрел на карте, очень много всяких дорог налево и право. И хорошо, что у меня телефон свой, бесплатный навигатор. Поднялся в горы. Здесь вот первая дамба, но она не полная. Получается, ее сливали, видать, потому что там большое течение в городе. Вот эта дамба затопила все, район ущелья. Есть еще одна дамба там еще выше, в горах, наверное, побольше. Я сейчас думаю, по какой стороне мне ехать, по левой или по правой. Надо сначала карту посмотреть. Там должен быть мост потом, чтобы переехать. Все, забил другую дамбу. 13 километров показывает. Надо слегка пару километров вернуться назад. Выйти опять на главную трассу. И уже поеду по левой стороне. Черные у собака. Черноголовые овцы. Вот такие у них горы. Местами, короче, лысина. Верхушка лысая и такая ровная. Поднимаюсь в гору, видно, вот дамба, углубление все затопило. Какие холмики. Природа похожа на Средиземное море, вот это вот все
Вот тут по правой стороне находится акведукт, куда возят туристов здесь. И вот показывают им этот старый акведукт. Поднимаюсь наверх в гору. Вон там акведукт внизу. Это не деревня, а здесь, наверное. Хотя вот домики есть. Дамба буквально здесь слева. Здесь вон электричество вырабатывается вон с дамбы. Здесь когда-то все сгорело, видно. Обгоревшие деревья, сухие здесь. Также все. Получается, вся макушка здесь сгорела. Вон там спереди видно дамбу. Огромное ущелье. Я сейчас, получается, поеду до туннеля, может быть, там остановлюсь. Птичку запустить надо. Вот ущелье офигенное. Капать начинает. Какие здесь горы. Какая-то скала прямо. Ой, это пещера какая-то там. Офигеть, смотришь, какая высота. 500 метров как минимум подъем вверх. Там это пещеры, скалы. Вот здесь посмотрите, вот дырочка. Вот въезд в туннель, но у него ворота такие вот железные. Получается, его когда-то, наверное, закрывают. И там ворота, которые я проехал, тоже закрывают, наверное. Я думаю, это когда на зимний период, когда здесь снег. Я хочу здесь угол пройтись немножко, посмотреть на дамбу. Хотя дрон могу тоже пустить. Посмотрю, здесь много надо лезть. Да, может быть, много надо будет лезть. Проехал туннель, а здесь это, деревья валят сверху. Вон там дорога тоже с той стороны есть. Там люди подъезжают. Наверное, мне здесь дальше нельзя находиться, потому что вон вверху мужики работают, там дамба какая-то. Лес, который там валят. Почему его валят? Тут и вот так его лет нету. И он летит сюда вниз, и здесь они его распиливают. А там прям такие скалы. Пещер много. Вон. Это место прям пещерное. Короче, я проехал второй туннель, а там охранник сразу. Я говорю, фотографию можно? Он и развернул меня. Короче, я сейчас выйду и запущу дрон в этом, за этим туннелем. Вода капает здесь, как говорится, грунтовые воды в скалах. На 44 километра до туда, но теперь долго буду ехать, но зато буду наслаждаться. У меня сейчас примерно час, да, час. Получается, у меня впереди еще 4 часа до темноты. Надеюсь, успею эти два места посмотреть. Дорожка такая вот грубая, чтобы, я так думаю, зимой здесь не скользко было, вот здесь сейчас скользко может быть, а здесь что-то сыро прямо. Местами, наверное, дождь прошел, потому что видно, что сыровато. Хотя меня дождь не застал, пока хорошо. Мне сейчас туда еще надо чуть вверх ехать. Оттуда, откуда я приехал, с ущелья. Высоко. Здесь уже моросит немножко наверху. И продвигаюсь где-то примерно в ту сторону. 50. Здесь грунтовая, надо осторожно. Потому что быстро будешь ехать, по воротах машина будет плавать. Слегка плывет. Поднимаясь вверх, уши то и до дела залаживает меня. Где-то слышны колокольчики коз. Реки внизу существуют, русло, но рек нету.
Вон такая вон гора. Почти перевал. Сейчас еще немножко. Там вверху уже деревья. Красота. Здесь, видать, люди живут. Так, я лепня симала. Не понял никуда ничего. О, какие там горы. Приехал за поворот. А здесь еще один. Еще одна гора, получается, еще не перевал. Ой-ой-ой. Какая здесь дорожка. Ну, для гор вроде хорошая дорога. Потому что на Кавказе бывало хуже, когда я там ездил. Конечно, с Европой не сравнить. Но и в Европе местами тоже платная дорога в горах. Ой, ямка, ямка. Заснять немножко. Какие здесь подъемчики и скалы. Не везде по ущелью. А, тут и вон коз выращивают, я уверен, здесь везде найдутся люди. Поднимаюсь в гору. Там хорошо льет. В сторону Анталии. Подъем какой. Получается, где-то там, за той горой я шел. Там по ущелью я вон проехал. Вот только что эту деревню проехал. По ущелью. За этой горой вот находится дамба вон внизу. Вот где водичка. И Манавгат там внизу у моря. Так, делаем зум. Вон там море. И Манавгат вот тут вот. Видно спереди находится город. Дождище какое льет. Вот сейчас поднялся почти на перевале. Вот тут вот похоже на Португалию, где я ездил. Южная Португалия. Я в горы там поднимался тоже. Примерно на 2 километра. Так же выглядело. А сколько здесь камер, дырочек. Изредка встречается попутная машина. Но обгоняет меня. Я тихо еду. Температура в городе была примерно там 17 градусов. Сейчас поднялся на верхушку 10 градусов. Теперь спускаюсь опять. Перевал прошел. Получается, там маленькая деревушка была на перевале. Не заснял, конечно. Но спуски крутые. Стекла потеют немножко. Надо сейчас... Окно открывать неохота. Что-то 10 градусов. Слишком свежо там на улице. Все, теперь будем, наверное, сейчас... Навигатор показывает еще километров. Почти двадцатка еще. Этим горам конца и края нету. Даже не понимаю, куда я двигаюсь. Что-то вверх-вниз, вверх-вниз. Вон какая-то... Прям... Горное поселение там. Маленькое, небольшое. Козочки черные пасутся здесь. Отдыхают на дороге. Мне бы пастуха встретить. Я бы молочко от козочек взял бы. Ух ты, здесь их вообще много. Прям дорога вся засаженная. Слышно, как они жуют. Очень много. По скалам видно, как магма еще в то время двигалась вниз с горы. Прям эти формации магмы. И также здесь вот. Чуть не пролетел мою точку. Потому что навигатор, я точно не знал, где находится это. Навигатор мимо провел бы меня сейчас. А я это знак на дороге увидел. И такой, о, это же мне сюда надо. Как это называется? Манагаси, что-то такое вот. Короче, пещера, где вода. Проехал я с кассу. Тут вот прямо перед мостом. Дали мне чек. Я заезжаю в национальный парк. Стоит 3 евро. И каску дали. Потому что там эта пещера внизу. Вроде как надо каску носить. Посмотрим. 3 километра от этой точки. Монастырь, каньон. Внизу вон какой огромный. Получается, я сейчас где-то вот справа от этого каньона все время шел. Магараси, куда я ехал и приехал. Получается, деревня вот вверху находится, а я вот куда-то вниз еду, непонятно по карте. Вот пещера. Я надеюсь, смогу там птичку купить, запустить, но раз провинциальный парк, гарантии нету. Какая растительность, ягоды всякие, это похоже на облепиху, наверное.
Но я не вижу ягоды, которые я кушал. Дефни. А спуск здесь крутой прямо. Здесь, если пешком спускаться вниз, то, наверное, почти бежать надо. Прям хороший. Здесь грузовик точно не пойдет вверх. Он просто сдаст. На первой скорости может ползти будет все время. Какая здесь скала. Получается, мы спускаемся в ущелье. А оттуда, наверное, речка идет в этот каньон. Летим, летим на скоростях. И сейчас раз. Тупик. Парковочка, туалеты. Все, вот мы приехали. Пещера с водой. Длиной 4,6, глубина 134 метра. Здесь получается вход, и что-то... Ну, понятно, что далеко она вообще неизвестна. Кто-то, наверное, прошел. Что можно увидеть? Вот это сталактиты. Вот такие вот. Сейчас посмотрим, что я могу увидеть. Мне поторапливаться надо, а то я на последнюю мою... Не успею, наверное. Я тороплюсь немножко, потому что... Тут недалеке еще есть такая горная деревня красивая. Туда успеть мне, и потом могу уже домой ехать. Вот такое здесь ущелье. Листья желтеют здесь. Офигеть, прям скалы надо мной висят. И здесь тоже так же. Вот такая вот пещера здесь. Подбелена, как будто, кажется. Да, наверное, подбелили. Откуда вода выходит. Лодки стоят здесь. Ресторанчик также. Вода выходит оттуда, наверное. Вот здесь все такое вот. Муфляжное. Можно спросить, сколько чувствует. Это вот описание на разных языках, как оно называется. Вот Altibesic Cave. Это пещера золотая колыбель. Altenbeschik. Или по-немецки я тут прочитал. Вот Altibesic Höhle Goldene Wiege. Короче, ее нашли в 66 году. И она находится 450 метров над уровнем моря. Довольно высоко. Изучали ее. Короче, я много разговаривать здесь не буду. Здесь 10 километров до следующей деревни, куда я хочу попасть. Ормана. Ормана хочу попасть. Получается, мы сейчас здесь находимся. Заплатил, чтобы прокатился на лодке. 100 лир. У меня не было лир. Я просто 4 евро отдал без сдачи. Дождик пошел, усилился. Мне надо торопиться. Ты переживаешь, что не успею нормально. Уже 10 километров немного, но здесь по горам лазить, это как минимум полчаса туда ехать. Какая-то трава растет, свисает вниз. Пещера подсвечена. Побелена это, наверное, чтобы отражение лучше было, чтобы светлее. Говорят, натуральный мост. Может, построили. Слишком он ровный для натурального моста. Все, 3 часа, я уже покинул пещеру, теперь деревню еще успеть и все. Там я хотел дрон попускать, то посмотрим, что
что дождик усилился. Тучки спустились вниз. Только что их не было. Вон там деревня на макушке. Где-то там находится, я ее слегка вижу. Сейчас туда назад, мимо нее проехать и дальше в гору. Еще немножко. Какой же здесь свежий воздух по сравнению там в городах, у моря. Должно быть чистый, но не сравнить с этим воздухом. Вон там поселение в ущелье, там видно, вон, откуда я только что приехал. Все, я приехал. Ормана написано было, знак. Вот горная деревня. Проезжаю такой, не понял, что за Монтенегро. Уже дальше проехал, сейчас назад немножко сдал. Это намек мне, потому что в феврале я еду в Монтенегро. Ну это понятно, но как это тут? Я аж офигел. Чем привлекла мне эта деревня? Здесь такие вот дома построены. Везде эти, как говорится, бревна выглядывают из нее. И потом замазано, я так думаю, глиной какой-то. Здесь заброшенный дом, но красивый. Рустикальный. Я, наверное, проедусь, потому что гулять, мочиться неохота. Вот здесь камни, реки. Видно, как построено. Вот здесь постройки. Надо, наверное, где-то сделать фоточку. Красивый рустикальный дом. Вот я вам сейчас зум делаю. Реки везде. Забитый. Каменный дом. Это уже поновее здесь. Я пройдусь немножко, потому что птичку не могу пустить. Прям колючей проволокой обделанный весь этот домик. Интересно, спереди дрова, а доски, а сбоку вот камнями выложено. Я такого еще не видел построек. Красота деревни, конечно. Это центр, я так понимаю, у них здесь. Муше здесь стоит тоже, памятник. Моросит на улице. Сейчас вроде вот протих. Немножко, ну, покажу вам, там домики такие вот разукрашенные. Это вроде как заброшенные вообще. Стиль вообще какой-то дикий такой. Вот она, горная деревня. Ну, не знаю, дождь не перестанет, он так моросит. Для дрона я боюсь немножко. Вот вышел на трассу, и сейчас я по этой трассе поеду другой дорогой. Как говорится, можно назад возвращаться, но я дольше буду ехать. Это длиннее асфальтная, она длиннее, но я быстрее могу ехать, объехать все горы и спуститься опять к морю туда. Я повторно не хочу ехать. Это сейчас начнет скоро, через час уже темнеть, поэтому надо горы покидать. Автобан в горах, если так сравнить. Прям широкая трасса, хорошая. Посмотрим. Я навигатор мне порешал другую, 104 километра. Назад возвращаться, если, как я приехал, 66 километров. Если бы я поехал направо, 104 километра, но я решил взять то, что мне навигатор не предлагает. Поехал налево. Она вроде как по карте выглядит короче. Свернул на другую дорогу. Такая уже широкая автобан здесь. Иван, горы в тучах. Ладно, иду вниз. Где-то там я ехал. В этих ущельях там. И теперь решил. Лучше так. По широкой прямой дороге можно быстрее ехать. Проеду здесь в километрах больше, но по времени, мне кажется, или так же, или быстрее. Сейчас какой-то перевал идет. Пошел наверх, потому что внизу туннель был, но он что-то ремонтируется или что, и поэтому поехали через перевал. Уже почти спустился. Я здесь увидел карту внизу. Это где дамба, где я был. Здесь сейчас такая вот как крепость Карги-Ин. Какая-то старая дорога. Написано железная дорога. Вот дорога. Горные здания, а где они находятся, вот это интересно было. Вот еще старая дорога горная. Так, точки мы сейчас точно не знаем, где мы сейчас находимся. Тут не показывает, на спуске где-то. Ну вот возле этого, а где она? Вот такая вот под вид крепости, Карги-Ган. Сейчас пройдемся во двор быстро.
Получается, трасса когда-то здесь раньше проходила, маленькая. Сейчас сделалась побольше. Сбоку какая-то постройка тоже, фундамент. А здесь стена высотой примерно, ну, 10 метров где-то. Вот такой вот вход красиво обчесанный. И входим. Железные ворота, получается. Закрывают иногда его. Плитами выложен весь внутренний двор. О, красота. Арки. Получается, здесь, может быть, как комнаты были вот под этими арками. Зайдем, посмотрим. Так, сделаем пошире. Комнаты. Интересно, вот стена. По кругу комнаты идут. На входе одна застроенная арка. Везде одинаково выглядит, но почему-то... Вот здесь, например, тоже они как арки, но застроенные. Везде капает после дождя. Вот крыша. Везде арки. Получается, помещение здесь квадратов 6, наверное. И они все такие. Заходим, который по прямой. Здесь, я думаю, главное хозяина было. Ух ты! Здесь уже одна длинная арка. Вот на все. Налево и направо. Здесь везде капает, как, не знаю, в какой-то пещере. Сейчас фотки еще сделаю, да. Получается... О! Это если убрать вот эти стены толстые, то это огромная одна комната. Может, это было такое помещение, где люди перед горой, перед подъемом через горы могли прийти, отдохнуть, здесь остановиться. А вроде как похоже, что отель может быть. Тут вот люди могли, скажем, здесь была каждая отдельная комната. Люди могли приходить отдыхать там. Или это был один хозяин, которому принадлежало это, как крепость, если сказать. Вот стена у речки. Здесь дырка, я так думаю, здесь, может быть, вода стекала в речку. Вот здесь так, постройка, я думаю, больше как постройка, но мне кажется, это больше как мост, который шел здесь через речку. Потому что вот на этой стороне фундамент какой-то. Я так думаю, вот сюда он шел, и получается... через речку, а там уже гора, я не вижу никакой дороги. Сейчас подниму птичку свою и посмотрим.